Денис и Лиза светятся от счастья. 9 июля у них свадьба. Она из Ставрополья, он с Украины. Сергиево-Посадский округ для молодых людей – судьба. На выпускном вечере в Сергиево-Посадском колледже вместе у Лизы красный диплом. Я за нее очень рад, что она на такие подвиги идет. Ну как еще сказать? Вы поддерживаете? Ну, всегда поддерживаем. Без поддержки никогда не оставлю. Без этого никак. Юля, Лиза, Рита, Маша, Дарья, Юля, Ярослав и преподаватель Светлана Пономарева – волонтеры. Для них подарки от компании «Эстель» и благодарность организатора движения «Парикмахер добра» Татьяны Овсянниковой. Полгода назад Сергиево-Посадский колледж в числе первых откликнулся на участие в благотворительной акции «Парикмахер добра» в нашем округе. Журналисты нашего телеканала, по примеру Уфы, объединили людей, готовых помогать тем, кому нужна помощь – детям с особенностями в развитии, сиротам, пожилым, лежачим, больным и людям, оставшимся без жилья. Одна из историй особенно тронула Юлю Клименко. Мы ездили в больницу, стригли пенсионеров. Была бабушка, которую я начала стричь, она слезами начала, что я уже старая, для чего мне это нужно, все, как бы она уже начинает, что мне не для кого красоваться, и я ей там делала прическу, и она прям такая, вот, спасибо. Так, ну, для меня почему-то это было прям очень приятно. С каждым днем желающих помочь другим людям становится больше. Автоволонтер Алексей позвонил и предложил помощь. Любое доброе дело делается с удовольствием. Куда бы ни приезжали волонтеры, везде радовались встрече с ними. Иногда молодым парикмахерам удавалось то, что не смогли сделать опытные мастера. Личное обаяние Маргариты Солдатенковой помогло подстричь 8-летнюю девочку, которая боялась парикмахеров. И с раннего возраста родители не могли подстричь ребенка. Это очень замечательная акция. Все люди должны делать добро. Это безумно важно. Не так важно получить деньги, как сделать добро человеку. Поэтому, ну, я считаю, что по возможности, если будет получаться как-то оторваться от работы, да, я буду продолжать. Без разницы, какие люди, с какими, да, особенностями. Просто к ним нужно найти подход. Это самое важное. Где ты планируешь дальше работать? Ну вот пока что я буду работать в колледже в приемной комиссии. Будем также ждать тоже парикмахеров, наше будущее поколение. А потом, ну, волонтерскую деятельность буду продолжать. Опыт, конечно, очень хороший. Я, можно сказать, и людей красивыми сделала, и руку набила. Так как я собираюсь стать барбером, пройти курсы, но я набила еще руку по мужским стрижкам, конечно. Вот. И то, что выпускаюсь очень... И радостно, и печально, даже уходить не хочется. Мне проект этот понравился. Я всегда по телевизору, в событиях смотрю, как моя дочь участвует в этом проекте. Ну и на других девчонок тоже. Спасибо вам за хорошие дела. Хотелось бы сказать, конечно, слова благодарности родителям этих студентов, которые воспитали таких прекрасных, добрых, отзывчивых детей. Светлана Пономарева – бессменный наставник парикмахеров-волонтеров. Под ее чутким руководством настоящими профессионалами стали еще две девушки. У Дарьи Малининой и Светланы Стуловой тоже красные дипломы. Я хочу, чтобы вы гордились друг другом, а мы будем гордиться вами. Я очень счастлива, что я состою в команде тех добрых людей нашего Сергиево-Посадского городского округа, которые откликнулись на призыв одной молодой женщины, которая заразила просто нас вот этой акцией «Парикмахер добра». И мы все объединились, включились и стали работать в одной большой дружной команде. Благотворительная акция «Парикмахер добра» продолжается и расширяет границы. Уфа, Сергиев, Посад, Челябинск, Москва, Тюмень, Курган, Тобольск. Нас становится больше. Ирина Белякова, Илья Халяпин. Программа «События».